если с точки зрения такого футбола говорить, то это не поражение, это в принципе это наука играть в футбол. Потому что команда у нас молодая, практически 96-98 года рождения. И хочется, чтобы ребята отбивались в таких играх, независимо от результата. В принципе, в этом году команда уже не вылетает, поэтому можно спокойно доигрывать и наигрывать состав. Поэтому мы берем сейчас как бы качество футбола. По поводу сегодняшнего матча, почему не удалось даже сыграть ничего? Ну, два момента мы создали. Первый там прервали атаку, выход один в один, а второй головой просто не попал в ворота. Считается как бы 100% голевой момент. Их не создаются много. В игре достаточно одного, но надо реализовывать его. Будем над этим работать.